Здравствуйте! Вы на канале «Свобода и воля». Сегодня мы поговорим о том, как спеть песню в неудобной тональности или тесситуре. Бывает так, что даже в песне, подходящей вам по тесситуре, есть неудобные моменты, которые находятся в переходных нотах между регистрами. It's a new day, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. Для решения данной задачи во время репетиций представляйте, что все высокие ноты находятся внизу, в точке вашей диафрагмы, и мысленно направляйте звук вниз к позвоночнику, технически двигаясь в обратном направлении относительно мелодии. Это снимет психологический зажим, а также поможет стабилизировать мышцы гортани и минимизирует риск мышечного спазма. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life, it's a new life for me, and I feel it in good. Выстраивая мысленную линию вокализации, вы из урока в урок нарабатываете правильную координацию и мышечную память голосового аппарата. С помощью этого приема со временем вы разовьете свой диапазон и сгладите переход между регистрами. Но будьте внимательны и терпеливы, не допускайте болевых ощущений во время пения. Данный сигнал говорит о том, что вокальные навыки еще не устойчивы. Если это произошло, сделайте перерыв, выпейте воды комнатной температуры. Если вся песня не подходит вам по тесситуре, то измените тональность, опустив или подняв фонограмму в пределах тона. Не изменяйте фонограмму больше этих значений, так как это приводит к искажению звучания инструментов в аранжировке. Если же вам нужно кардинально изменить тональность, тогда напишите новую аранжировку под свой тембр и стиль исполнения. Это убережет ваш голосовой аппарат от перегрузок и полностью раскроет потенциал вашего голоса. Больше полезной информации вы найдете в нашем обновленном обучающем курсе «Найди свой голос 2.0». Ссылка в описании под видео. До новых встреч!